Так, мы приехали на гору Кольцо. Вот Кисловодск. С два ракурса. В Кисловодске такая погода, потому что его два хребта, так скажем, от погоды отделяют. Он Джангайский и Бугуртамский, что ли. Сейчас я вам покажу. Где у нас гора Кольцо? Сейчас с другого ракурса. Так, ну вот она, гора Кольцо. Это пещера, которую подмыло водой, и осталось только вот такое кольцо. Вроде так рассказывали, честно не помню уже. Ну вот, и из кольца можно посмотреть на гору.